Закончился первый раунд. Главный бой Бекулов-Манарбек, мастер спорта, город Ош. Член национальной сборной команды Кыргызской республики. 1996 года рождения, боксом занимается 18 лет. Трехкратный чемпион Кыргызской республики. Тренируется Манарбек под руководством Беганаса Сулпанбаева. Данным соревнованием готовили Беганас Сулпанбаев и заслуженный тренер Кыргызской республики Курбалы Уморов. Для награждения приготовиться боксеру весовой категории 57 кг. В этом бою ведет Азиз Бекулов Раймана. Победа присуждается Сейфу Мунарбекову.